Более 100 человек приняли участие в работе первого дня семинара. Основная цель – формирование городского актива из представителей бизнес-сообщества, муниципальной власти, учебных заведений для совместной работы над проектами по развитию города. Чтобы наши димитровградцы, прежде всего, включились в эти проекты, потому что очень большой интерес Димитровград сейчас вызывает у инвесторов и московских, и питерских, а нам бы очень хотелось, чтобы все-таки наши димитровградцы воспользовались вот этой опережающей информацией. Проекты касаются перезагрузки индустрии, развития ядерного инновационного кластера и развития медицинского кластера. Стартовали мы, по ощущениям, бодро. Зал живой, участники живые, вопросы задают по делу. После вступительной части участники сессии разошлись по секциям. Они касались работы градообразующих предприятий, создания новых субъектов развития, проработки законодательной базы, работы с инвестиционными фондами, дизайна городской среды. Как раз мое направление бизнеса в том числе и подразумевает, чтобы город сделать как раз-таки комфортным, позволит в том числе и жителям ощутить на это довольно-таки серьезно. Как бы в плане экономии. Работа семинара продолжится в пятницу. Участники обсудят зоны ответственности, карту работ. Марина Антуганова, Виталий Немов. Наше время.